Приветствую вас на канале Red Cat. Сегодня я предлагаю вам стать участниками создания каталога стикеров Прилипал Ферби. Мы вместе с вами придумаем название для 12 фигурок Ферби. Эти названия в будущем будут использовать все дети мира для игр с Ферби. Вот так будет выглядеть наш маленький каталог. К сожалению, у меня только 11 из 12 Ферби, так что фото последнего Ферби я сделаю только тогда, когда он у меня будет. Перед вами образец каталога уже с готовыми надписями, которые я придумал, чтобы вы зрительно оценили, как это будет выглядеть в конце. Я надеюсь, вы сможете придумать еще лучшее название, и тогда мы уже сделаем окончательную версию каталога. К этому времени я уверен, что у меня уже будет и последняя фигурка. Ну что ж, давайте перейдем теперь к самим названиям фигурок. Первый Ферби у нас мальчик, и он имеет черные полоски на теле. Его номер один, и он мне похож на зебру. Варианты, которые я придумал перед вами. Зебра, зебрик, полосатик или матроскин. Также вы можете прислать свой вариант. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваш вариант, либо же выберите из тех вариантов, которые я предложил. Не забудьте обязательно указывать номер Ферби, для которого вы пишете название. Второго Ферби я назвал Розочкой. Это уже девочка Ферби, у нее есть реснички. Всего в коллекции будет 12 фигурок, из них 6 мальчиков и 6 девочек Ферби. Третьего Ферби я пока назвал Пушистик. Еще мне нравится название Сирень. Это Ферби мальчик, так что учтите это, когда будете придумывать ему название. Четвертый Ферби мне очень нравится, и этого мальчика зовут Цветочек или Цветик. Его белые пятна на теле мне очень похожи на цветочки. Пятый Стикис тоже мальчик, и я зову его Капелька. Жду также и ваши варианты для этого Ферби. В дальнейшем мы проведем голосование, где будут уже учтены ваши названия, и среди них мы уже выберем окончательный вариант для каталога. Шестая прилипала – это девочка Ферби. Я назвал ее Вишенка. На фото она не такая красивая, как в жизни. Седьмая фигурка – опять девочка. Я назвал ее Пирожок. Она такая толстенькая, пухленькая и очень сладенькая. Думаю, вы сможете придумать более оригинальное название для этой фигурки. Восьмая фигурка – самая яркая в коллекции. За это и за ее цвет тела я назвал ее Солнышко. Ферби Солнышко. Девятая Ферби снова девочка. Я ее называю Облачко. Она приятного голубого цвета. Десятая фигурка имеет зеленые тельцы, и она мне напоминает огурчик. Также мне еще нравится называть ее Грини. Одиннадцатая фигурка моя самая любимая. У нее красивый раскрас тела и в глазах сердечки. Видимо, она кого-то очень-очень любит. Я назвал ее Фиолета. Последней фигурки у меня, к сожалению, нет, я только нашел ее изображение в интернете. Мне этот Ферби мальчик напоминает какую-то ночную тематику, поэтому я его назвал Звездочет. Для того, чтобы вы смогли рассмотреть эту фигурку, я вам ее нарисовал. Итак, перед вами было все 12 фигурок, пожалуйста, рассматривайте их внимательно, их цвет, форму, предлагайте ваши варианты. Я очень надеюсь, что уже к 8 марта у нас будет готовый каталог с вашими именами. А на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!